Всем привет, с вами Дмитрий и Артур. Продолжаем проходить Resident Evil 5. Наконец-то прошли этого Ирвина. Ибрагима. Привет, Дима. И... Всем привет. И... Какой это уже чаптер? 4.1? 4.1, наконец-то. Ну вот, так что... Так что я рэди. Ты рэди, да? Да, я рэди. Зови меня теперь рэди. Водичка. Пещерка. Заставка. Ирвин вернулся. Негр. Нет, это ж не Ирвин, это Джош. Будь осторожен. Это вот слишком опасно. Это лодка, на которой сбежала та женщина. Это была точно женщина? Но на каблуках. Значит, вы двое всерьез настроены идти до конца? Да. Дело не только в Джилл. А ты настроен? Но и в проекте Ура Борос. Настроен? Нет. Говорить мне вас не угодно. Я негр, я пошел отсюда. Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа об отходе. И выбить для вас подкрепление. Главное, оставайтесь в живых. Сваливает по-быстрому негр. Можно сказать, я расстроен, что нам нужно идти до конца. Типа, да, давай. И там улыбается, умрут. Умрут. Ну, есть что тут в мутной воде? А можно прыгнуть? Нет. Но лодку можно осмотреть. Ирвин назвал имя. Эксела. Что это? Так зовут директора японского отделения Трисом. Ты думаешь, она как-то связана с Ирвином? Без понятия. Возможно, но у меня нет доказательств. Трисом, если связь и правда есть, что это значит? Там у меня нету места. Не знаю. Но если мы пойдем дальше, обязательно выясним. Верно. Пойдем. Верно. Пойдем. Не, давай остановимся, будем стоять. О, здесь свет есть. Погреться. Позагорать на солнышке. Тут скелеты есть? Да. Будем с ними сражаться. Ненавижу пауков. Ну это же не совсем. Кстати, они, наверное, нас убьют с одного места. Да куда? А кто это, если это не пауки? Ну, это могут быть... мутанты. Нифига ты меня удивил. Я думал, в этой игре ни разу нет мутантов. Осторожно еще. Я наверх торопляюсь. Спасибо, там сокровища спрятаны. И что, я могу тебя сверху прикрыть? Защищай женщину от пауков. С чего вдруг должен быть? Они же там все внизу. Куда ты побежал? Ну здесь есть это... Нам туда патрон. Идти надо. Куда? Туда. Вниз? Нет. Нам надо идти туда. Вот туда. Ну так идем. Но там сокровища. Ну я могу только скинуть эту лестницу. Ладно, давай, короче, я спрыгну, и ты отстреливай. Я не вижу тебя. Ой, я упал, ладно, беги. Беги. Минус один, нет. Минус один, а второй не вижу. Ты убил его? Да. Теперь я отбегаю, чтобы, может быть... Все, можно спускаться. На ты можешь спускаться. Да блин, я на этом пытаюсь, где. Ну блин, поднимай эту фигню. Че ты здесь хотел? Ну тут сокровища. Вот тут. Ой, которого взял твои. Это мои. О, куда я залез? Ну нифига, тут кто-то положил там пауки, как будто специально взяли и положили это. А что там лежало? Камень какой-то, алмаз. Не алмаз, а... Ой, прикрывай меня, пожалуйста. У тебя патронов под дробовика много? Все вроде. У тебя как 59 патронов только в этом пистолете.
Ну, будем мы считать чужие патроны тут еще. Ну, да? Конечно, тут еще патроны. А как они под землей? Такой, ну, не похожи на рыхлую землю. Они как-то в ней... Это ж мутанты. Как они вообще появились? А чё их так много? Потому что они легкие. Может, мне гранату взять на них использовать? Я, правда, не знаю, какая что граната значит. А я нашел сокровище. Пауки, знаешь, чувствуют, когда ты находишь сокровища, они сразу ползут. А вот на самом деле, по поводу чего? По поводу эмблем, я не помню, где они тут. Я не сомневаюсь, ты вообще ничего не знаешь. Интересно, если я тебя стрельну в ногу, ты умрешь сразу? Или мы это потом проверим? Давай сейчас я дробочек тебе в глаз стрельну, проверим. Вот где что-то лежит. Я могу стрелять по этому. Это сокровище. Да? Даже два. Ну так подходи тогда. Ну подходи, давай. Здесь что-то блестит. Потушил фонарь. Там топаз был. Топаз. Топаз. Давай! Давай! Ну давай! Я не мог нормально подойти к тебе. Ты стал, блин, начал прислушиваться к двери. О, сейчас будет весело. Ой, это город целый. Это целый подземный город. Мы открыли город. Ты высматривай, где сокровища висят. И ты отсюда все увижу. Я уже два вижу. Два больших, что ли? Ты будешь тащить вот этот громадный кристалл, который размером... Нет, один под тем, который большой, а второй тут рядом. Вон там, смотри. А, вон, вижу, да, что-то блестит. Я не знала, что вон здесь там есть такое место. Да. И вон там. Да, вижу. Похоже, тут недавно кто-то был. И еще где-то там есть. Надеюсь, я побежал. Правду, сейчас проверим. Сказал, что здесь мы найдем ответы. Эй, что такое было? Реакция на атаку какая-то голимая. Ну как, у меня трясется экран. Ага, вот она какая реакция. Я могу тебя тоже пульнуть, дробище, проверим твою реакцию. У меня потрясется экран. Нет, что-то у меня экран не трясется, чувак. Ты же тебе голос только что голос. Да хватит, хватит. Да конечно, конечно. Ну блин. Вернулся. Додж. Оп, я присел, ты видел, да? Тю-тю-тю, вот как умеет танцевать зато. Вот сокровище. Ну, посмотри, как я танцую сначала. Вот сокровище. Ладно. Где? Вон. Покажи своим указателем. Ну, вон же. Ну, вон же. А, кстати, тут где-то эмблема есть, сейчас найдем, вспомним. Как ты найдешь ее? Методом прицеливания со снайперки. А я нашел ее. Вон там она есть. Вон там вот. Где? Ну вон, блин, тебе показываю прицелом. А это эмблема, да. Действительно. Тут еще одна есть где-то. Ну ты че, давай быстрее. Быстрее. Я задерживаю дыхание, все по правилам. Нельзя задерживать дыхание. А то задохнешься. Ну, больше эмблем я не вижу. Да. Куда ты пошел уже? Вниз. Тощик вот кто-то паучок, помнит? Видишь? А зачем ты его убил? Я не знаю. Духом превратиться в того уродца. Блин, как там было? Я патроны достал. Как? Подожди, а как инвентарь открыть? Дай мне гранату, например. Как слепо... инвентарь открыть? Е. Yeah. Ну, так, какую тебе гранату? Ну, на вот эти. Дай патронов. Зачем ты мне дал взрывные? Я хотел слеповую. А, ну... Ну все уже. Что ну, то место есть. Что дал, то дал. На! Тут еще раз платишься, блин. Не надо мне твоих гранат. Ты видел этот тесак? А, нет, не тесак. Тесак. Вот здесь еще один паук.
ящик. А чем мы открыл? Помогаем вообще? Что там? Че, сам не можешь? Все мое, отстань. И все? И все. Ничего больше. Это грустно. Да, смотри, как тут тихо, никого нету. Контрольная точка сейчас будут. Что-то мне уже не нравится это. Ну кто первый бежит вперед? Ну давай я. Ну беги. Удачи. А там заставка меняется, да? Ну я немножко. Так, мне что-то надо будет нажимать сейчас? Не знаю. Я... Да, ладно, если они к тебе сейчас пойдут, то все окей, если нет, то нет. Вряд ли они ко мне пойдут, но они ко мне тоже пойдут, но... Сейчас ты меня должен тогда прикрывать, я внизу побегу. Да? Да, или нет, я не знаю. Короче, сейчас посмотрим. Ой. О, они вон к тебе идут уже. Ой, печаль какая. Они к тебе могут пойти, так что уворачивайся. Где? Я их не вижу. Но они могут пойти, я говорю. Вот, например, сейчас уже. Да я их не боюсь. Будь готов. А сзади? Да? Помоги! А, ладно, ладно, это я сам справлюсь. На тебе в рот. Ой, тут еще. Печаль. А как он так вот? Я только к сундук решил открывать, а он уже пришел. О, там еще один стоит. Эй, чувак. Ты мне? Нет. Мне тут страшно одному, меня никто не воскресит, если по мне кто-то попадет. Ну знаешь, как я тоже здесь один хожу. О, смотри, я их нашел. Да не придурки такие. Так меня окружили, ничего. Ой-ой-ой, я застрял в комнате, ой. Ах ты. Ну, кто первый сдох, кто первый сдох. Ну это не значит, что я хуже играю. Я не значит, что хуже играю. Давай ты побежишь первый, я по низу пойду. Ну давай. Как ты хочешь. Давай. Ой. Скипнем заставку, да? Это другая же. Она такая же. Смотри, как она осторожна. Ту-ту-ту, ну ладно. Да, мне здесь надо вниз. Где враги тут появляются? Прикрой меня вот здесь, они сейчас здесь вот выберутся. Вон. Эй! Он копье кидал. Да, у меня копье. Ой. Как ты так? Это твоя граната убила меня. Я вообще гранат не кидал. Только что я слышал. Я ничего не кидал. Там была граната. Смотри, понятно. У меня все еще две в руках. Да, ну это потому что сейф возвратился. Ну так покинул гранату, меня она убила. Если ты хочешь, я могу кинуть. Еще раз мы посмотрим, убивает ли она. Не надо. Одного раз достаточно. Проверю. Достаточно один раз. Ну он далеко просто была. Ну давай сейчас еще ближе кину. Она под камни забралась. Угу. Точно хочешь идти по... Ладно, я низу. Первый. Там мне легче, я уже там привык. Я давайте быстрее прикрываю, пока. Стреляет. Слышь, ты умный. Слышу, я умный.
А как ты увидел, что ко мне сзади чувак подбегал вообще? Снизу. Снизу. Вот так вот, смотри, я тут стоял и увидел. Ну ладно. Типа посмотрел. Тебе патроны для дробовика брать? Ну как бы да, лучше бы взял бы. Я бы тебе, наверное, был благодарен тогда немножко хотя бы. Немножко. Ну да. Оставь себе свою благодарность. Кто-то бежит, наверное, у тебя. Так что отстреливайся и смотри, не попаду. Ой, извини. Тихонько, тихонько, сученька. Ой. Они еще и стреляют. Я не вижу, кто по мне стрелял. Там, внизу. Нормально. Убил? Я кого-то убил, но у меня еще там в комнате три чувака сидят. Ну ладно, сейчас ты там не спешу. Я могу флеш-гранату поворот кинуть туда. А, там он снизу идешь, да? Смотри, развернись на 80 градусов. Ой, ой, слеповуху, слеповуху. Сейчас, сейчас. Спасибо. Вот смотри, сейчас поднимись на одну лестницу только. Стоп, становись. Развернись теперь назад. Еще. Нет, 90 градусов. Да, вот, вот, вот. Видишь, там комната стоит напротив. Ну вот куда? Вот я указываю прицелом. Вижу. Вот там вон стоят несколько людей их. Вижу, но я не могу, мне надо выше подняться. Ну поднимайся выше тогда. Если что, прикрою сбоку тебя. Сейчас. Топаз, по-моему, нашел. Они еще не вышли. Блин, у меня места нет, печаль, а тут трава. Жалко, они перекидываться не... вещами нельзя. Ага, перекидываться. Ой, управляемыми их... вещами. Сейчас они выползут, да. Давай, если что, прикрываю. Хотя они вряд ли выползут. Но они выползли. Да чё? Они к тебе бегут? Да, мы их встретились. Удивительно. Ну, возьми траву красную тут, когда закончишь. Ещё, погоди. Я тебе могу ещё патронов. Я тебе тоже патроны сейчас дам. Ну все, кажется. Ну иди сюда. Сейчас я тут наберу сапфиров. Главное, по-моему, сюда не ходить. Ай, ты меня испугал. Там этот ящик. Где? Здесь вот. Давай! Где? Нет, не надо его жать. Почему? Потому что тогда мы попадем в следующую локацию. Да? Походи пока тут. А почему так быстро мы? Так, подожди, мне надо отдать тебе. Спасибо. Давай! У тебя места нет? Нет. Давай обменяемся. Ну дай мне патроны еще для шотгана. Дай мне их. Вот этот, по-моему, можно открыть. Давай! Окей! Давай! У, золото! Еще сапфир. Мы богаты. Нафиг сваливаем, не ищем, просто жил. Там трава красная. Пофиг на жил, на трава-то красная. Ну, блин, у меня золото есть, мне нафиг не надо. Сейчас смешаю. Тут долгая локация, на самом деле. На самом деле ты меня опять обманул, да? Не уверен. Ну типа ты всегда говоришь, ну тут короткая будет твой уровень. Толкай. Только там на кнопки будут какие-то нажать вовремя, так что будь готов. Букву F имеешь в виду, чтобы ну он приземлился? Да. Ну да. Ой, пауки. Они еще и сзади могут пойти, так что будь готов. Нет, сзади зомби. Беги к сундуку, удачнее будет стоять.
Я пока открою. И один патрон остался. Ух ты, как попал. А что там такое? Стрелу попал. Блин, вот урод. Панчи его, панчи. Сзади, сзади, идиот. Да блин, тупые уроды. Осторожно, это же базука сейчас. Жак, убегай. Чё он меня схватил? Он меня схватил. Это хорошо. Главное, отойди от него. А то... Да блин, меня схватил еще раз. Не важно, главное, чтоб не взорвали. Ой. Успокойся, чувак. Я ранен. А ты не убит. Блин, не надо его по мне. Сейчас же бабах. Нет, это не взрывающийся? А, ну, наверное. Нет! Я паниковал. Яичко, по-моему. Пипец, ой, яйцо тухло, возьму себе. Мне так грызли. Фух, ну мы выжили. А ты мне даже не помог. Я спасал тебя. Тебя могли сжечь. Ты спасал свою жизнь, а не мою. Отчасти, да. Ну там, кстати, еще много врагов. Знаешь, давай поснайперю. А, так с тобой вижу. Блин, у меня патронов для снайперки нет. У тебя есть патроны вообще? У тебя снайперка есть? Да. Драгунов, СВД. Вот, там он есть. Эмблемка. А ты убил уже их? Нет, они идут, сейчас подымутся. Не, вон они внизу. У тебя граната же есть, а нет? Есть. Сколько ты были две гранаты? Да я их проверял, убьют ли нас они. Ты умный. Ты сам сказал, кинул гранату, кинул. На самом деле я ничего не кидал. У тебя 50 патронов в снайперке? Нифига, блин. Куда они сваливают? Они прячутся от тебя. Вон слева, слева. Минус один. По-моему, минус два. Может быть, справа так же идут. Ой, побежали уже. Здесь? Уже. Они не могут сразу сюда залезть. Раз. Ой. Ты, блин, гений. Они же не могут сюда залезть. Ну, я так думал. Осторожно, тут сейчас будет кататься шар. Попадет один раз, и умрешь. Даже не один, а, по-моему, три. Так что, если хочешь собирать все, то можно пособирать. Не хочешь? Ой, сбоку, чувак. Да, я вижу. Да, я уворачиваюсь. Они за мной бегут? Да. Мочи его. Фух. Замочил. А какие шары ты имеешь в виду? Ну вот сейчас. Патроны нужны? Или пистолет? Короче, смотри, сейчас мы... Ой, ну ладно. Я не знаю, стоит ли бежать вперед сейчас. Может, не стоит? Но в любом случае, только не крути. Хотя, я думаю, все равно это они сейчас покатятся, когда мы сюда выйдем. Вот. Раз, два. Два шарика. Не, четыре. С двух сторон. Давай, короче, надо крутить, потом открываются двери, быстро забежать в дверь. Вот. Собирать, я думаю, ничего не стоит. Уверен? Я думаю, мы полчаса это проходить не будем. Так, теперь дверь открылась. Она опустится со временем? Да, так что беги. Окей. Ну, я пробежал. Сейчас плита, наверное, сделает дверь открытой. У меня задело там. Нет, давай соберем тогда все. Не знаю, куда шары исчезли. Ну, ты их испарил. Испарил.
Сгорели, так скажем. У меня патронов нет для пистолета, какой кошмар. Там патроны для пистолета. Не знаю, у меня 35 патронов. Не знаю, может быть тут сейчас ловушки будут. Не помню. О, кошмар. Мы прошли, кажется, что-то. Да. Двинулись с места наконец-то. Так, смотри, ненароком скоро и пройдем. Ненароком. Случайно так. О, да, тут будут ловушки. Вот этот коврик, это и есть ловушка? Ну да. А его обойти нельзя? Жми, короче, F и V, я не знаю, что это такое. Еще проверим. F. Я быстрее бегу тебя. Смотри, я быстрее, быстрее, быстрее. Прыжок. Идиот. Я быстрее тебя тут бежал. Добегался. Блин. Там не один раз надо прыгать, по-моему, так что... Ну? Беги, 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 чувак, беги. У меня подзависло. Да ты достал. У меня игра подзависла в тот момент, когда МВ должна была появиться. Вот чуть-чуть, миллисекунды, и все, я не успел. Да ладно, мне пофиг. Выжимай. Так мне твоя подстает, да. Ура. Потом в конце надо будет две кнопки же, так что по-моему. Я, короче, тебя спас, блядь. Опять же, извиняюсь, но что ты не нажал кнопки? Тебе надо было нажать тоже? Да, я нажал. Ты уверен, что ты их нажал? Я их нажал. Я уже знаю, что как нажать. Ну сейчас все, я уже все знаю. Если не подзависит эта игра, то все будет нормально. У тебя еще комок вырвется, как всегда. Все пока прекрасно. И почему я подскользнулся, а не ты, блин? Потому что ты жирный. В следующий раз я уже не смогу пройти, потому что Крис! Ты... Я нажал их! Я их точно говорю, я жал их! Там же надо АД вместе. Да. Ну? Не по одному, а вместе именно. Ну ладно. Это уже не ко мне причина, это к игре. Она просто меня ненавидит. Еще раз я потом не выдержу, это я уже устал. Я сейчас специально буду так говорить. Тоже ждут. Не мучай мой палец. Спасибо. Спасибо. Ты подсечку мне сделал, я видел. Издеваешься ты. Нет, я не издеваюсь, честно, у меня подзависла игра. Да ладно, шутка. Я не знаю, почему у меня сорвалась рука. Я тут стараюсь. Не падаю, не неужели? Ура, да? Сейчас бежать надо будет? Зачем так прыгает? Блин. Зачем они так прыгали? Еще врезались бы. Ой, блин. Не хочу проходить чаптер, я такой чем устал. Здесь тянуть надо? Ты меня пройдет, стоит бегать. И что дальше? Вау. Вот эта система. Удивительная, правда. Угу. Ну смотри, я наконец-то хотя бы вижу, что происходит дальше в Resident Evil 5.
Не играя ни в первый, второй, третий, четвертый. Ты потерял лучшие части этой серии. Всего. Ну еще шестая будет скоро. Уже есть. Перепрыгиваем или как? Я не знаю, я пойду осматриваюсь, если на меня нападут и убьют, то будем знать. Я с тобой бегу. Ну зачем? Не знаю. Я вот, например, сундук нашел. Где ты сундук увидел? Там. А, ну да, они инвалиды. Они перелезть не могут. А ты где? А я тут. А. То я бежал за тобой вроде и смотрю, уже тебя нету. Ну, так я от тебя скрылся. А, что-то нашел. Что ты там нашел? Поделись. Золото. Бриллианты. Не, только золотишко. Ну, в общем-то, нам надо вниз идти, но не хочется. Не очень понимаю, почему, но ладно. Ну, потому что путь лежит через низ. Может, и нет. Еще налево можно пройти. Нет, налево ничего нет. Сейчас нападут. И придется потом по новой все собирать. Кто-нибудь. Не знаю, налево или прямо. Лево. Лево. Будешь, ну, лежит. Гранатами вот хочешь? Ну, у тебя есть место? Да, одно. Он готовый, он заряжен. Да. А он хороший вообще? Нормально. Ой, смотри, там что-то вон наверху, вон там вот. Что-то я ничего не вижу. А, вот, вижу. Вот. Брюлики. Глаз алмаз. Ага. Тебе надо с той стороны подконнектиться и нажать. Там можно. Ты посылаешь одного, да, туда? Ну, чтоб на нас напали по отдельности, так они и делают. Ну, прелесть, конечно, камни для меня это очень сложно. Ладно, короче, если я умру от своего гранатомета, то это моя личная смерть. Может, там что-нибудь найдешь интересное. Не жми сразу. Хотя я жми. Нет, я ничего не вижу, здесь вообще ничего нету. Отлично. Ну чё? Давай! Мы ему голову сломали. Да. Зато у нас путь появился друг к другу. Мы встретили друг друга. Блин, там опять нажимать надо будет. Да. Это мой. Какая-то скучная мапа. Ну. Подожди-ка, здесь я не был. Я почку нашел. Со спреем. Ну это 5 баллов тебе. Хочешь спрей? У меня места нет. Дай мне слеповуху. Дай мне слеповуху. Я тебе ее дам. Дай гранату. Как ты это делаешь все-таки? Обменять. Это как там написано, exchange, я все понял. Сейчас ящик возьму сначала. Идол золотой, прикинь. В прыжке меня сбей. Мы голову ломаем просто. Я не знаю, они так шею в плечи втягивают. И лестница работает.
Ну все, мы прошли. Да, почти. Там еще придется парочку поискать. Ну вот еще вот тут потянуть. Еще там еще одну. И еще там еще одну. В целом 3-4 еще. Стоп, если... там стоп, есть. Стоп, я кого-то слышу. Нет, глюки. Не, ну кто-то тут есть, это определенно. Вон я, по-моему, вижу даже. Или нет, опять глюки. Так, вам сюда, да? О. Да, вот кто-то вот я слышал. Сейчас стрелять будут, прячься за укрытие какое-нибудь. Спасибо, Кэп. Ну и плюс отстреливайся. Спасибо еще раз, Кэп. И гранат лучше. О, гранатомет же у меня есть. Да, давай. Бомби. Ну-ка. Бомби. Отойди и бомби. Я только одного убил. Это не убил. Я говорю. Они тут уже. Нет, нет, не подходи ко мне, урод. Осторожно. Лечи. Да блин, тупой урод. Да ты просто... Я танк. Мне нужен хил. Я танк. Тихо, стой, ничего не делай сейчас. Еще наверху один. С маской надо. У тебя как раз патронов тем будут для пистолета. Правда? Да, Кэп. Сарказм. Для чего? Или это сарказм? Нет, друзей, правда их не было. У меня их 44. Осторожно, я ему сейчас через щиток мочи. Что ты, блин? Мне нечем тебя лечить. Он не останавливался. Дебил. Он правда не останавливался. Я вроде по нему стреляю, а он не останавливается. Это негр. Что я могу сделать? Это негр. Уже совсем ничего не понимает. Подожди. Может, проапгрейдить что-то можно? Нет. Ну ладно. Я могу все проапгрейдить, но денег нет. Все потратил на что-то. Так, мы здесь бежали, они уже вот уходили. А, нет еще. Ща пойдут. Я опять встану там же, где стоял, и не надо танковать. Ну, я ж танк. Ладно, попробую с гранатомёда, раз хотя бы не пальну, чтобы не пальну. Да, хотя бы по тем, кто стреляет, по-моему. Как так промахнулся? Если что, сзади прикрывает меня. Реальное прикрытие. Ну как бы да, ВК. Один пробежал. Ой. Там еще один. Даже два. Матрица. Ну что он делал? Глаз ему. В спину нах. Там патрон сзади для пистолета. Да? Тип вот здесь вот. Там стрелок, по-моему. Или кто-то идет. Нифига ты. Не понял? Ты удивился моим блоком. Осторожно. Да, я понял. Прыгай. Нет, он прыгает. Блин. Пошел в шуб отсюда, урод. Там стрелок просто еще стоит. Да.
А, вот вижу. Зажигательная тебе нужна. У тебя две как раз есть, будет три. Все, мы прошли. Музыка кончилась. Кто-то реально оркестр сзади заказывает. Так, я не знаю, куда идти тут. Ну, как сначала, всегда по низу идешь. Потом проверяешь бот. Ой, бот. Топ. Топ-бот. Топ? Топ-бот, мид. Нет, нам сюда и надо. Пойду там проверю, что есть. А может и нет, не знаю. Иди там, погуляй. Музыки нету, никто не придет. Крисы обижают. Стоп, мы тут уже были. Да? Ну. Реально были. Ну а куда нам теперь идти? Туда, вниз. Вниз все-таки, куда я шел? Ну да. Блин. Я же говорил, иди погуляй. Нифиг со мной. Что ты мне прогулять, блин, иди. Иди прогуляй. Все. Конечно, они могут бесконечно бегать. Медленно. Ну, медленно, но и бесконечно. Ты думаешь, стоит нажать? Ну, вот там вот еще, конечно, можно нажать. Я думаю, нельзя. Вот тут ящик. Есть одна штучка. Вот это нужная вещь. Может, я нажму вот серию? Это ловушка. В смысле? Пустой ящик, это всегда ловушка, если пустой ящик. Сейчас кто-то появится тут. Ну, по-моему, у тебя глюки. А что там, что-то есть? Там одна есть фигня, то ее можно и потянуть, по-моему. Да нет, я про ящик. Ящик я не знаю, мне пофиг на него. Я имею в виду одна, здесь. Одна, думаю, что потянем, надо две. Давай попробуем. Давай. Давай. Ну ладно. А вторая будет внизу, так что тяни. А еще тут будет веселый твой старый знакомый. С бензопилой? Покруче. Не помню. Как же так? Помнишь? Нет. Натащили такой подъехал. Натащили? Угу. Нет. Нет? Ну ладно. Вспомнишь. Но будет поздно. Так, давай, я не знаю, вместе пойдем понизу. Ну а зачем? Потом кто-то вернется наверх. Зачем вместе? Можно одному сразу идти. Ну, вдруг кто-то нападет. Нет, до того, как ты потянешь что-то, никто не нападает. А вдруг? Неожиданно. Это будет разрыв шаблона, и это невозможно просто. Да, на тебе патроны. На еще. На тебе. И этих, на. Че тебе дать бы? Чуть от эти два патрона в пистолете, а ты их не одеваешь. 33 стало, чувак. Вот. Так, ладно, я на топ иду. Что ты так на этот топ? Топчешь. Блин. Лучше бы ты внизу был. У тебя дробовик есть, и отстреливаться проще будет. Ну, ладно, ладно. Я уже вижу тут дырку, откуда пауки полезут. Где дырка? Да вот тут везде дырки. Раз дырка, там дырка. Не вижу дырки. Ты тут посмотри, найди дырки, а я пока наверх подымусь. Я ни одной дырки не вижу. Ну посмотри в стенах. А, в стенах? Слепак. Я думал в полу. Ага. Началось уже? Ты же нажал? Нет. Я к тебе вернусь сейчас. Блин. Я ничего не трогал, да? Так, тебе и... Блин! Тупые пауки. Докатились. По-моему, идет кто-то. Военный. Пука. Махмуд. Поджигай, Махмуд. Нет, он не может так сделать. Он хотел так сделать. Давай я их отвлекаю на себя. Ты. Да не... Бляшка.
Мне перезарядка сейчас находится. Да не надо. Ну и чё, без запипец, там паук. Так, и что это было? Я не знаю, связь была потеряна. Ты вообще в игре сейчас? Ну, он у меня в позе рака очутился и не может поднять вещь. То есть ты не в игре сейчас? Или в игре? Я в игре вылетел. Так тогда зайди ко мне. Блин, если ты зайдешь. Ладно, сейчас я нажму рычаг, и тогда, когда будет чекпоинт, зайдешь. А то опять их убивать. Так что мне сейчас делать? Сейчас... Ничего не делай. А почему это? Я вылетел или ты вылетел? Ну, игру я создавал. Странно, но скайп-соединение не присвирало совершенно. Да. Это Windows Live тупит, наверное, значит. Крис! Окей, только одна. Кому-то из нас надо найти вторую. Так, ну вот, Крис сейчас одну нажал. Сейчас вторую нажму, наверное, будет чекпоинт, и подконнектишься. А ты сейчас вообще где уже? В меню? Ну да, как бы. А, ладно. Вечно все не слава богу. Пауков убили, врагов убили и согнуло тебе. Эх, не везет мне. Что он делает? Куда он побежал? Тупой компьютер, он бежит вниз. Почему он бежит вниз? Тут же нет рычага. О, боже мой. Тут, боже мой, что ты делаешь? С кем ты говоришь? С ботом. Он тебе отвечает? Давай! Окей! Бегом! Я не знаю, я жму на рычаг, и он спускается вниз ко мне. Хотя ему надо нажать рычаг, который наверху. Ну, может, он может только нажать рычаг наверху? Ой, то есть снизу? Так, я сначала прибежал вверх, оставил его там. Точнее, он должен был остаться. Ну ладно, сейчас я попробую нажать, который наверху. Я могу его наверху, который только осмотреть. Кому-то из нас надо найти вторую. Он говорит, только одна, кому-то из нас надо найти вторую. И тусуется тут. Потом, когда я нахожу вторую, что он делает? Бежит ко мне. Ладно, давай коннекти, убьем всех, если так. Я не могу тебя приконнектиться. Почему нет? Я твоей игры не вижу. О, боже мой, сейчас. Если, давай, конечно, ты... Нет. Ну, хорошо. Это не очень, конечно, но я этого не вижу. Я только вижу другую русского, и все. Ну, wait, я нажму выйти. Wait. Я просто не знаю, если я выйду совсем. Надеюсь, она не выйдет совсем. Ну, она выйдет совсем. О, боже мой. Ну, я, наверное, стоит там закончить тогда уже. Мы прошли тут сколько? Нисколько. Босс? Босса мы не прошли. Ой-ой-ой, я коннекчусь к тенестой Херкулесу. Ну, проверь, сейчас найдешь, нет? Не могу. Сейчас, подожди. Тут до конца уровня минут 5, может, чуть больше. Да ты шутишь. Честно. Давай, вижу твою. Правда, опять этих уничтожать чуваков. Может, не повезти в этот раз так. Ладно, быстренько. Ну да, мы даже уже все знаем. Даже больше. Что? Нет! Это где мы? Ой, я сейчас буду F нажимать. Да ну к черту, все, давай, на этом закончим. Мы вернемся через пару минут. Да. Всем пока-пока. Не падайте.